сервис по поиску работы и персонала Работа.ру провел исследование, в котором выяснил, какие же профессии россияне считают самыми уважаемыми. В опросе приняли участие более 3000 человек со всех регионов страны. Так, по мнению россиян, на первом месте профессия врача, на втором – спасатели, а на третьем – пожарные. А как думают о потечании, какие профессии самые уважаемые, узнаем сегодня. Мне кажется, все-таки профессия педагог сейчас уважаемая. И врач. Это самое такое, наверное, ценное, что еще осталось. А почему вы такое мнение? Потому что врач спасает жизни людей, помогает нам, да, а педагог, он воспитывает будущее поколение, что очень важно. Спасатель. Почему? Потому что мы спасаем жизни людей, и не только людей, еще и животных. И охраняем природную среду. А еще какие профессии? Полицейские, наверное. Они защищают граждан от негодяев и принимают серьезные меры, чтобы не допустить нарушения правопорядка в городе. Самая уважаемая профессия, по моему мнению, это полиция. Ну, потому что кто-нибудь там на стене нарисовал, они уберут, заставят смывать, потом посадят его, и все. Допустим, вот телефон потерял, его взяли, нашли, арестовали человека. Ну, не тот, который телефон потерял, который украли. Ну, много вариантов есть. Какие еще профессии? Ну, скорая, допустим, помогает. Допустим, вот отравился, поехал в скорую, там, в больницу, вот тебя вылечили. Допустим, сломал ногу, бинты наложили, на костылях походил, и все нормально. Очень полезная профессия, кстати. Вот. МЧС очень помогает, допустим, ребенок там закрылся в квартире, и, допустим, вот через крышу, допустим, забрались и открыли дверь. Я думаю, дипломатические. Или как раз-таки рабочие больше, потому что тратится больше сил, и на них, в принципе, держится вся наша система. А какие именно сможете перечислить? Строители, может быть, полицейские, такие, более, где требуются силы. Дизайнеры сейчас, юристы, может быть, тоже, да. А есть ли вообще ненужные профессии? Неважные? Наверное, нет. В каждой профессии свои сложности, своя важность. Если бы не было важности профессии, таких специалистов бы не было. Самые уважаемые, на мой взгляд, лучше той профессии, которая тебе нравится, в которой ты влюблен, не существует. То есть любая профессия, на мой взгляд, она достойна. Поэтому какую-то выделять, я вот электроэнергетик, например, строитель. То есть у нас в почете и учителя, и врачи. То есть все профессии, я считаю, очень важные. Главное, чтобы человек правильный путь выбрал. Медицинские, конечно же. Сама медсестра. Учителя. Еще те, кто убирает за другими людьми. Например? Дворники, санитарки тоже. Любая профессия самая уважаемая. Выделить какую-то одну, невозможно. А также и дворники, и уборщицы, также и директора. Все на нужном месте, все пределы. Лично мной уважаемый учитель. Врач. Должен быть. Да, уважаемый. Не знаю еще. Если хорошо относится профессия, которая убирает улицы, тоже уважаемая мной. Люди, которые делают все для людей, все профессии уважаемые. Да, в общем-то, да. Мне кажется, так. Врачи, инженеры, художники, а остальное потом. Модельеры для меня тоже, значит, большое значение. Да, наверное, строительные, ученые, медицина. Ой, с медициной надо заниматься нам. А еще что? Да, все профессии хорошие, выбирай на вкус. Все нам нужно. Город молодой, пусть развивается. Мы любим свой город и хотим, чтобы он был у нас еще лучше и краше. Вот такие ответы дают горожане. Их мнение во многом схоже с результатами всероссийского опроса. Так, апатичане считают уважаемыми профессии врача, учителя, спасателя и полицейского.